Хочу ознакомить вас с погодой. То есть в такую погоду что надо делать? Или спать, или кушать хаш. Уже выспались, Арам? Хорошо отдохнули, но рано проснулись. Рано легли спать, как малыши. 11:30. Мы дома в этот час, он работает, я с детьми или что-нибудь сделаем, но мы не спим в 11:30. Легли в 8:30, проснулись. Очень хорошо вечер провели. Вас с нами не взяли, потому что я хотела молчать. Молча выпили целую бутылку вина. Молча искупались в этом теплом, приятном бассейне. Что еще? Молча шоколад съели огромное количество и легли спать. Ох, хаш, тапума. Арамджан, наш хаш падает. Очень необычная ситуация. Я или что-то зажигаю, разжигаю, или, в общем, наверное, соскучилась. Хорошо сработал этот, кастрюля хорошо сработал, точное количество. Сколько принесла, столько и чуточку побольше, да, поместилось. Арамджан, наш хаш уже готов. Сейчас во дворе, да, будем кушать? Сейчас стол накрою, очень такой маленький. Слово хочу припомнить. Хамэстэвонс, скромный. Сами удивитесь, как можно такой стол накрывать. Окей, ничего не случилось. Включу, пусть теплое останется, пока я на стол накрою. Очень удобная штука. Мы это телевизор называем, эту плиту. Очень похож на телевизор. Окей, поставлю на этот телевизор, пусть горячий останется. И быстро накрою на стол. Окей. Нам эту штуку надо взять туда. Места очень мало. На столе только тарелки поместятся. А лаваш, помните, вчера он будет сходили. Пригодился. Сюда лаваш положу. На эту самую. Еще из... Трейдер Джоз эти, у меня были такие, но точно таких не было. Пиалы или маленькие такие тарелочки. Уже испугалась. Тоже очень удобные, как раз соль туда пойдет, сыр немножко. Чеснок не знаю, куда положить, наверное, никуда не положу, просто... О, может сразу в тарелки положить, Арам? Чеснок положу, лаваш сюда. Тоже ничего не надо. Соль, чеснок, лаваш. Водку не пьем, будем пить воду. Окей, поместился. Сушеный лаваш, свежий мягкий лаваш. Что еще? Все, хаш принесу и... Будем хашовать. И, наверное, сюда поставлю еще один вид сыра и редиска. Вода. Это вместо джермука будет. Ginger ale. Просто газированный напиток. Стаканчики, хаш и все. Хаш остыл, я весь жир сверху убрала. Думаю, хорошо сделала. Но люди любят, когда жирный хаш. Не хочу жирный. Легкое хочу. Легкую еду. Хаш и без жира. Очень тяжелая еда.
себе. Можем одного гостя принять. Приходите, кто хочет. Если кто-то не знает, как есть хаш, ничего не надо особенного делать. Соль на вкус, чеснок туда уже положила. Чеснок и огромное или не огромное количество сушеного лаваша. Некоторые кушают хаш без ложки, то есть кладут туда огромнейшее количество сушеного лаваша, берут свежий лаваш и вот так кусками кушают. Думаю, это очень неудобно. Ну, многие так делают, профессионалы. Удобно, неплохо. Арамджан, камеру подари кому-нибудь на некоторое время. И давай наслаждаться, потому что хаш холодный. Хаш – это не хаш. Прекрасный аромат, так вкусный. Вторую тарелку принесла, чтобы покушали, но не смогли. Мы не герои. Некоторые люди две тарелки так едят, как будто конец света, и спокойно едят. Наверное, без водки просто невозможно хаш так обильно поесть. Не знаю. Но как говорил великий крот, вот и поели, теперь можно и поспать. Арамджан, хочешь, иди погуляй немножко, пошагай. Как бы успокой этого хаша в себе. Забыла свою кофеварку. Очень многое забыла в этот раз. Кофеварку не принесла после хаша. Чай поставлю. У них ужасные виды чая есть. Гринти есть. Чай поставлю, чай выпьем. Он не пьет чай. Просто посидит со мной. И Арам, пойдем спать. Всего лишь сколько времени? Напоминаю, мы на отдыхе. Час дня. Кстати, вы, наверное, 2 дня видео не смотрели. Потому что наш уважаемый забыл взять главный этот инструмент, через которого как бы эти диски, да, в компьютер кладет. Но он думал, он никогда не отдыхает полностью. Куда пойдем, поедем, он всегда сидит, работает, видеомонтаж сделает, потом пойдет спать в самом конце, не отдохнувший никогда. Вчера пришли, говорит, ну я сделаю, монтаж сделаю, ты пока на стол накроешь туда-сюда. И видит, забыл свой инструмент. А это даже подумал, что утром проснусь, пойду куплю. В общем, увидел, нету своего этого, не знаю, как называется, ни на английском, ни на русском, не знаю, как это слово. Такая белая штука, в которой кладет свой лаптоп, и в эту штуку кладет диск, чтобы пошел в компьютер, чтобы мог монтаж делать. Как это называется? В общем, увидел, что забыл. У него чуть второй инфаркт не случился. Потом я ему говорю, знаешь, это я тебе понавсела. Ну, шучу, не говорю, так не сказала, но так подумала. То есть, это я как бы наговорила, чтобы он забыл, чтобы хотя бы раз в жизни он смог полностью отдохнуть. В общем, еле-еле его успокоила, валерьянку дала, вино налила. Потом посидел, говорит, как же хорошо отдыхать, какое приятное это чувство. И посидели, отдохнули, про работу забыли на долгое время, вас без видео оставили, извиняемся, но зато этот очень нужный отдых, особенно для него. Так что, Арамджан, камеру положи куда хочешь, иди пошагай и спать.
И шалом спать. Приближайся. Съели тарелку хаша и потеряли весь день. Пролежали на этом диване, посмотрели глупые, идиотские, дурацкие американские программы. Арам, ключи взял? Чуточку поспали, чуточку телевизор посмотрели. И муж говорит, это уже не отдых, это уже лентяйство. Как можно было весь день пролежать? Но я как будто не слышала, он что говорит. Но убедил меня, говорит, вставай, жена, пойдем немножко прогуляемся, свежим воздухом подышим. Потом опять вернемся, полежим. Столько полежим, пока весь день пропадет. Так и решили. И сейчас немножко в этом саду погуляем, с мамочкой природой пообщаемся и вернемся домой. Вот так. Он опять шоколад кушает. Пополнился, наверное, на 100 килограммов. И не стесняется. Машин очень много, но людей не видно. Наверное, они как же мы, так как и мы, приехали на пассивный отдых. Спят себе, потом идут в эту минеральную джакузи, горячие, отдыхают, опять спят. Только уверена, мы единственные на этом курорте или санатории, кто сегодня съел хаш. Вот такие мы уникальные. Но решили больше никогда, когда едем отдыхать без хаша. Но, если честно, это не хаш, это мы. Нам это как бы как вода и воздух нужна была. Там должно быть яблочное дерево, но яблоня, яблочное дерево. Пойдем, может быть, яблоко найдем, похрустим, может яблонь стоят, ни одного яблока нету, ни на каком дереве. Продвинемся в сад. У них еще сад, огород и сад есть. Там киви рос, помнишь? Не помню. Три орешки для Золушки. Но Золушки. Что сегодня сам? Три орешки для Золушки. Красивые. Сушеные яблоки, смотрите, какие уникальные. Желание загадаю и съем. Вы тоже можете загадать и за вас съем. Арамжан, загадывай. Там этот самый тоже есть, червяк. Это значит, желание обязательно исполнится. Такой сладкий. Витамин С обеспечили. Двигаемся. Это, наверное, из времен Хэллоуина остались тыквы огромные. Настоящие? Конечно, настоящие.
что в этой стране полно тыкв. Почему так много выращивают, потом выбрасывают? И после Хэллоуина тыквы не найдешь, как декорацию используют. О, по-моему, сказали, что эти тоже съедобные. Кто-то сказал, их можно кушать. Я вам доверяю. Но если со мной что-то случится... Сладкое что-то. Не ароматное, но вкусное. Open for something? I have beer and I have wine, I have cheese plates. You're teasing us. I'm not teasing at all. Come in. Come in. No choice. Говорю, вы здесь что-то угощаете. Говорит, у меня есть сыр, вино, пиво. Говорю, вы меня дразните. Говорит, выбора нету. Заходите. Семечки можно купить. Ничего больше не надо для полного счастья. Hello there. Hi. Are you interested in a sunflower? I'm very interested. They're only $2. I may get more if they're only $2. So I'll get this. And we have draft beer, we have wine, we have a Chardonnay and a Cabernet. And we've got hard ciders. No, we'll go with wine. One Chardonnay, one Cabernet. Perfect. And we're good and with this. And a sunflower. And a sunflower. I love it. Right here, у нас будет необычный ужин. Так хорошо, что вышли, Арам. Я не хотела вообще выходить из дома. Это я за мужа пью. Как говорится, хорошо сидим. Витамин Ч закончили чипсы. Сейчас витамин С опять семечки. Кушай, такие вкусные, Арам. Он не любит. Дом, милый дом. Хорошо погуляли, посидели. Холодно было, но так приятно посидели. О том, о сём, о всех поговорили. О вас тоже поговорили. Очень хорошие слова говорили про вас. Тёплые, дружелюбные. Арамчан, что предлагаешь, дорогой? Как тепло здесь в комнате. Я этот хитер. Как называется хитер по-русски, Арам? Знаешь? Не знает. Ну, эту штуку.
Муж не видел. На 90 поставила. Окей, поставлю на 80. 80. Не плачь. Что предлагаешь? Он, оказывается, проголодался. Проказник. У меня сыр есть, лаваш есть. Можем пойти в ресторан, но там у меня стомак очень сильно заболел вчера. Из-за, не знаю, из-за еды или чего-то. В ресторан не хочется. В машину сесть, куда-то ехать тоже не хочется. У нас есть лаваш, два вида сыра. Наполеон есть, десерт могу предложить. Чай поставлю. Что еще надо для полного счастья? Ничего, ничего не надо. И вино принесли чуточку из кафе. Семечки, шоколад есть, яблоки и фрукты. Все. И свечка есть. Можно романтик динер сделать. Окей, Арамзе. Наполняю джакузи. Я сейчас вернусь. Окей, у нас будет чаепитие. Сегодня послала мужа, то есть доверила ему. Сказала, дорогой, пойди воду налей в этот джакузи. Очень долго наполняется, потому что большой. Пока немножко отдохнем туда-сюда. И через несколько часов, через несколько минут иду проверяю. Уже джакузи полный, но... наполнил он кипятком, а он боится кипятка. А мне все равно, я вошла в кипяток, не такой уж кипяток, но очень горячий. Он спрашивает, можно войти? Говорю, конечно, приходите, приходите, очень хорошая, холодная, полутеплая вода. И вот так его наказала, целый час стоял, не мог до конца войти в джакузи. Вот так вот, извиняюсь, что вашего оператора чуточку измучила. А как вы сегодня влог сняли, не помню. Но помню, что хорошо отдохнули. И не жалеем. Не жалеем, что все как бы поставили на этот самый, на паузу и захотели чуточку отвлечься. А завтра едем домой утром. Просыпаемся, у них чек-аут в 11, очень не быстрый, ранний чек-аут. Да. Пойдем домой и продолжим нашу рабочую неделю. Он может и Наполеон попробовать. Очень сладкая неделя получилась у нас. Ужасный чай.